Давай с вами Сергай. И все, наверное, задаются вопросом, почему я уже давно так не делаю видео? Не делаю видео. А вот потому, что мне говорят, что мой канал плохой. И причем я говорил, что я создам новый канал уже более профессиональный на компьютере и постараюсь сделать для вас самое удобнейшее видео. Также мой и друг Миша начинает уже прекращать завязывать с ней видео. И, наверное, я вам расскажу три причины из-за того, что я не снимаю видео. Первая причина. Мне лень. Вот я лежу на кровати, и тут, когда захочется, и когда вот хочется снимать видео, понимаешь, что ты в тупике. Потому что ты видишь, что идет самый крутой канал на свете. И закуска ждет тебя уже на кухне. И поэтому это первая причина, когда я не хочу делать видео. Вторая причина. Идеи. Вы никогда не пишете ничего в комментариях, и поэтому я не знаю, что мне делать. Какие видео мне снимать. Поэтому прошу вас, пишите в комментариях, что же мне снимать все-таки до следующего канала. И третья причина. Причина. И это причина, когда у меня нету памяти. Ты снял? Ух, это же было такое долгое и трудное видео. И тут понимаешь, что это видео все пошло коту под хвост. Вот эти три причины задаются вопросом. Что мне снимать? Когда мне снимать? И лень ли мне снимать? Поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях то, что мне снимать. И пишите в комментариях то, что вам думается о моем канале. С вами был Сергай. И еще я хочу показать вам несколько видео на наши сегодняшние уроки. География, там, где проходили опыты на вулканах. И давай. Показываю на практике, как будет извергаться вулкан. Так, что ты для этого взял? Что ты для этого сделал? Я взял уксус, соду и свечки. Которые дают реакцию, да? И можно воспроизвести, восстановить ход реальных событий в миниатюре. Поехали, все затаили дыхание. Алёша нас пугает. Лёша, ты меня пугаешь. Лёша, ты умеешь обращаться с зажигалкой? Нет. Так, ну почти, почти. Подержи, Лёша. Так, если мы его чуть-чуть наклоним, чтобы тебе было удобнее. Теперь я боюсь за свои руки. Все, оно должно уже. Нет? Ну, я не знаю, что происходит. Можно я попробую? Не сповосять. А это уже сгодится. Не можем поджечь. Это спичка. Даже сообща не можем поджечь. У меня сигарета есть. Оставьте. Может быть. Не, еще, наверное. Ладно, запускаем. Давайте, запускаем извержение. Мне нравится, как сделал такое. Итак.